Бой, с вами Амибой, и сегодня мы будем играть в Standoff 2. Но не просто будем играть, а за нас будет выбирать Алиса, с каким нам оружием играть в катки. Ну, давайте уже зайдем в наш рынок и в фильтры. И вот. Ага, задаем вопрос Алисе. Привет, я Алиса. Вот что я могу. Да. Алиса, выбери число от 1 до 4. Это пока пистолет. Число 4. Пистолет будет Desert Eagle. А автомат будет... Алиса, выбери число от 1 до 11. Выпало число 5. 5, значит. 5. Ага. 1, 2, 3, 4, 5. АКР-12 и Desert Eagle. И вот, бомбы и гранаты и ножи можно. Не волнуйтесь. Ой, перевернулся. И вот, давайте заходим в закладку бомбы. И просто тупо тащим. Ага. Ух. Мы должны затащить. Иначе никак. Ну да, иначе никак. Ну так не скажешь, что иначе не так. Никак, но все-таки, если мы не затащим, не знаю, что. И, кстати, вам этот ролик должен зайти. И если он вам понравится, тогда просто нажмите на лайк. Вам это сложно, а мне очень приятно. И если можно, тогда на кнопочку подписаться, чтобы она у вас стала серой, и на колокольчик. Чё за катка дикая? Ух. Desert Eagle. Это... Хорошо, что у нас хватает на координацию, а то я не знаю, что бы я делал. Ух, какое облегчение. У него АКР спорт, но, к сожалению, я им не могу пользоваться, потому что меня не выполнил он. А? Видел ли я его? Ой, что тут мистер Кей делает? Не на А. Оставьте их мне. Боже. Красава. И чё у парня счет 7, а и 0 убийств? О, бомба же вроде бы столько не прибавляет. Ну хоть что в гравити добавили. Стандов. Было бы прикольно. Возможно, что у меня денег будет хватать на АКР-12. Я буду диклом играть. Но это возможно... Е-бой! Ага. Мы должны и сейчас затащить. О, я так сильно хочу керамбит. В реальной жизни у меня есть керамбит, а в игре нет. Чё тут происходит? Чё с миром? Фу! О, мага.
что сталкер делает? Сталкер, давай уже. Убей кого-нибудь. Чё вы не ныкаетесь? Идите уже. Это невозможно. Почему? Твой. Ты что? Вы видели, что он делал? Наконец-то. Ты как червяк к нему подполз и такой. И начал стрелять. Он нуб. Сталкер более-менее. Вот. Проку армии. Уже точно нуб. Вы что? Они не видели, где он? О май гад. О май гад. Это невозможно с ними играть. Да что уведомления приходят? Там кто-то сейчас будет. Тут уже есть кто-то. А тут еще будет килл. Ой, чё я за оружие достал? Простите. Знаешь, мне только нашел мозг, но он хочет. Простите, я забыл. Я забыл. Пронесло, как я его убил. С ножа. Я на Апленд. А это ты? Да, братуха, чё ты так пугаешь? Ищем людей. И не находим что-то. О! Как? Простите, что я нарушил правила. Простите, я случайно забыл. Вот сейчас мы должны прочекать все местечко. Сейчас кто-то там выйдет. Тут никого нет. Ой-ой-ой. Меня хотел кто-то слепить. Залагало. О, видел, иди туда. Мистер Кейт, да что ты делаешь? Два нуба остались. Вы только посмотрите, чё? Он еле-еле его выпил просто, ну, взрыв мозга. Ага, мне не хватает на оружие, это норм. Это всегда так должно быть, потому что... В моей команде нубы. Понимаете, я не могу брать нормальное оружие. Они могут, но... Мне за них стыдно. Омега. Понимаете? Ну, у них тоже, если честно, не очень про игроки. Но все-таки у них получше, по-моему.
Шерсть всех стигла выношу. Они что ли такие нубы? Ой. Ролик записывается. Да. Все норм. Опа. Интересно. О, вот вы нубы. Сразу к бомбе подбежал, вы видели? Что? Наконец-то. О, май гад. Наконец-то они хоть что-то нормальное сделали. Самые тупые игроки. Я не понимаю, как с ними играть. Yep. О май гад, что я натворил? Почему я это сделал? Почему? Почему я купил мне то оружие? Я, наверное, перепутал. Проко армии. Какой проко армии? Лучше бомбу туда кинул. Ну, гранат взрывную. Давай. Ну вот. О, красава. Гарри Поттер. Давай же. О май гад. Почему я тогда не взял карту нас? Просто перепутал. Почему у всех так много денег? У меня мало. Ничего лучше меня играют. Идем сюда. Ай, нубы. У меня голова взрывается. Как они так тупят? Короче, я пошел сюда. И, кстати, да, я на телефоне. Без сообщения. О. Я сейчас начну орать. Как они так тупят? У них и автоматы есть, и все, что они хотят. Но
Они тупят. Они... Вот я не понимаю, как они так могут. У них прошки, а у нас нубы. Да-да, тупите так, и все будет нормально. Главное, чтобы вам тупить. И не вам, подписчики, зрители. Я вот им, что они делают? Ну вот... Я их не называю тупыми, но вот что они делают? Сколько на том оружии патронов? Или они так быстро должны кончаться? И перезарядка долгая. Он впритык подошел, и он не смог его убить. Не смог. Я внутри тебя. Малый повзрослел. Чё? Вот повторку посмотрите. Сейчас сами перемотайте назад. И вот посмотрите, как и ещё раз как. Ну вот как? Как они это допустили? О май гад. Идем сюда, закидываем сюда гранату, флешку. Стреляем сюда. Делаем хэд. Идем сюда. Попадаем сюда. Делаем убийство. Подсчитаем тут. Наш друг убивает. Ау, почему я взял нож? Давайте хоть сейчас затащите. Против вас абсолютный нуб играет. Сталкер, пожалуйста, затащи. Серьезно? И еще состоит в клане проказника. И, кстати, у меня тоже есть свой клан. Он называется... Ну, сейчас покажу. Кто-то позвонил. Это вот очень сильно мешает, когда кто-то звонит. Давай. Ну давай. Хоть сейчас затащи. Ну вот против тебя совершенно много играет. О, красава! Как? Мы должны затащить. Сталкер, кстати, вот ты тоже про, я тоже про. Молодец, сталкер, молодец.
Один хотел сделал это уже что-то. Давайте. Мейсон. Ты Мейсон. Ты серьезно думаешь, что мы поверим, что ты Мейсон? Как Мейсон это может делать? Мейсон же круто играет. Ну хорошо, это не Мейсон. Ножом бы убили. Вот нубы. Вот у меня нубы в команде. Это реальное нубство. Я нервы успокою. А, хоть опыт-то дали. Денег никому не дали. Наверное, просто залокало. Ну, сейчас мы выйдем. И я вам покажу свой инвент. Просто покажу. Хорошо. И, кстати, если вы не смотрели предыдущий ролик, где я играл с нубом, катку с неадекватным школьником, тогда быстренько зайдите на тот ролик. И вот, ну, посмотрите, пролайкайте и вот все в этом духе. Ага. Вот мой инвент. Я вот эти две штучки просто оставил. Вдруг со сайта что-то выбил. А вот эти не с сайта. Я их с бокса выбил. Это карбон. Это Famous Hall, это Pathfinder, это Рейли, а это, ну, это я продал, это Desert Eagle Red Dragon и купил вот это, Предатора. Ну, с вами был Реми Бой, всем удачи и всем пока-пока.